преддверии Нового года по всей России проходит благотворительная акция «Елка желаний». Ее цель – подарить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ощущение праздника. Не первый год в благотворительной акции участвуют и депутаты фракции «Единая Россия». Депутат Государственной Думы Николай Малов накануне в региональном отделении партии «Единая Россия» снял с елки желаний шары с заветными мечтами воспитанников Порецкого детского дома имени Ульянова. К Новому году они хотели получить акустическую систему для караоке, которая так необходима для проведения мероприятий. Николай Владимирович поздравил ребят с праздником, исполнил их желание. Конечно, в первую очередь мы желаем нашим детям здоровья и чтобы они были по-детски сегодня счастливы. Ситуация, видите, у нас непростая. И плюс, к сожалению, у нас есть дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Никто не имеет права их лишать детства. И, конечно, мы должны все сделать для того, чтобы они себя чувствовали детьми, не просто детьми, счастливыми детьми. И чтобы никогда у нас в родной Чувашии, в Порецком, Российской Федерации не смолкал детский смех. И пусть льются песни, дети веселятся. Это вот основное и главное, конечно, желание. Это то, о чем мечтаем мы, родители, мечтают взрослые. Лишь бы были наши дети счастливы. И порой мы больше радуемся успехам наших детей. И сегодня мы осознаем и понимаем, что будущее нашей родной республики, Российской Федерации, конечно, заложено в наших детях. В Порецком детском доме воспитываются 22 ребенка от 9 до 16 лет, которые помимо желанных колонок и микрофонов еще получили сладкие подарки и фрукты. Счастливые лица ребят, улыбки и задорный смех стали главной наградой для взрослых. Теперь Новый год они смогут встретить под любимые песни. Такая помощь, несомненно, необходима всем нуждающимся. И благодаря акции «Елка желаний» есть возможность привнести чудо в жизнь детей. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».